сезона, тогда пария сезона, посма. Мы сейчас находимся в таком переходном сезоне. Когда мы сеем уз яуно. Когда мы движемся к новому. А то лица сейчас яуно из мацей богат. И сейчас начнется новый школьный сезон. А потом мы зари исауксим прекша бедниню сам светисиму. Потом мы позовем вперед детей и учителей, и будем благословлять их. Es nezinu, vai kādam no jums šis ir viegls laiks. Я не знаю, возможно, кого-то из вас это время просто проходите. Jā, bet mums noteikti tā nav. Но у нас нет, у нас время не из легких. Jā, jo tas ir par mums, bet arī, ja mēs pastāmies, kas notiek pasaulē, pasaulē vispār valda haos. Это про нас только, да, но если мы посмотрим в мир, да, то мы видим, что творится в миру, там творится большой хаос. Un, es saprotu tikai to, и я понимаю только одно, ka dzimst jaunas lietas, что рождаются новые вещи какие-то. Ka tas, kāda bija pasaule, agrāk tāda tā vairs nebūs nekad. Потому что мир, каким он был раньше, такого мира больше не будет. Так, un, es ticu, ka Dievs dara kaut ko īpašu. Я верю, что Бог творит что-то новое. Создаёт новое. Un es ticu, ka viņš grib darīt. Я верю, что он хочет делать. Viņš grib darīt caur savu draudzi. Он хочет это делать через свою семью, через своих людей. Caur saviem bērniem, kas ir nodevušies viņam. Tie, которые отдали ему свою жизнь. Un es iekšē jūtu, ka šis jaunais laiks, uz kuru mēs visi kustamies. И я чувствую, что это новое время, в которое мы сейчас движемся. Viņš būs ļoti īpašs. Un это время будет особенное. Un viņš jau ir īpašs. И оно уже особенное. Un tāpēc поэтому šodien es nedaudz padalīšos ar savām domām, kuras сегодня man я немного поделюсь своими мыслями, которые меня es ходят. Centīšos vispār apkopot, lai соберу все мысли в одно целое, чтобы вы меня поняли. Bet es domāju, ka šis ir laiks, kad mums ir jāpaceļ savas balsis. Я думаю, что это время, именно это время для того, чтобы мы сейчас могли воззвать Богу, поднять свои голоса. Un mums ir jālūdz no visa spēka. И мы должны молиться со всей силы. Lai Dieva taisnība nāk uz šīs zemes. Чтобы справедливость Божья пришла на эту землю. Un lai Dieva prāts notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. И чтобы воля Господа свершилась как на земле, так и на небе. Un es ticu, ka mēs kā draudze я верю, что мы как церковь esam aicināti. Мы приглашены. Jo, ja mēs domājam, uzskatam, ka mēs esam dzīva draudze, tad mums ir jākustās uz priekšu. Если мы думаем и знаем, что мы живая церковь, то мы должны двигаться вперед. Un tas ir katra jūsu individuālā atbildība. И это ответственность лежит на каждом из вас индивидуально. Jo es esmu jau varbūt teikusi, vai mēs ar tevi runājam, ka mēs laiks viņš pazūd. Да, я уже когда-то делилась с вами, что время мы, оно уже уходит. Jā, es saku mēs. Да, я говорю мы еще какой-то. Bet pavisam skaidri es saprotu, ka tu un es, mēs esam katrs izdaram savas izvēles šajā laikā. Но говоря это мы, да, я понимаю, но что ты и я, мы каждый делаем выбор. Un šodien и сегодня es jūtu, я чувствую, ka Dievs mūs sauc iekarot jaunas teritorijas. Что Бог нас призывает завоевывать новые территории. Un tas ir izaicinājums tev un man. И это вызов тебе и мне. Jo Dievs saka, es meklēju cilvēku. Бог говорит, я искал человека. Un kuru lai es sūtu? И кого я могу выслать? Un kurš no mums ies un to darīs? И кто из нас пойдет и будет делать это, что Бог ему придет? Un
es gribu, lai mēs šodien saprotam vismaz dažas domas, atklāsmes, lai jūs satverat. Я хочу, чтобы мы сегодня поняли хотя бы пару мыслей, пару откровений. Es gribu, lai tu saproti to. Я хочу, чтобы мы поняли, чтобы вы поняли то. Lai pieņem to. Или принял бы то. Ka tu esi dzīvības nesējs. Что ты носитель жизни. Nevis nāves nesējs. Ты не носитель смерти, ты носитель жизни. Tu esi dzīvības nesējs. Un šī pasaule, kura ir pilna ar nāvi. И этот мир, который полон смертей. Tā brēc pēc dzīvības. Она просто взывает, взывает к жизни. Tā brēc pēc patiesības. Она взывает к справедливости. Tā brēc pēc kāda. Она взывает кому-то. Kurš var parādīt, kur ir izeja. Которому, который может показать, где выход. Un ja mēs runājam atklāti. Если мы говорим откровенно. Un es pa sevi arī runāju, pilnīgi. Я про себя также говорю. Mēs visi domājam pārsvarā tikai par sevi. Мы все думаем только о себе. Jo tāda, tāda ir mūsu daba, tā vecā daba. Потому что это наша природа, это наша старая природа. Mēs sargājam, ka tik mēs izdzīvotu un izdzīvotu, ka tik mums būtu labi. И мы всегда что-то держим, чтобы только было для нам хорошо, чтобы было тебе хорошо, да. Un ja mēs saprotam, ka mēs vēlamies, lai Dieva prāts kā debesīs, tā arī notiek uz zemes. Если мы понимаем, чтобы Божья воля свершилась как на небесах, так и на земле. Tad tas nav tā, tu padomāji un tas notika. Да не происходит так, что вот я подумал, да, и вот это вот произошло. Tas kaut ko maksā. Это что-то стоит, чего-то будет стоить. Tas maksā visu dzīvi. Это будет стоить тебе всей жизни. Kā Катрина Кульмана teica. Как Катрин Кульман говорила. Kurš zina Катрину Кульмана? Кто знает Катрин Кульман? Ja, ļoti labi. Viņa teica tā. Она сказала так. Kristietība tev kaut ko maksās. Что христианство будет тебе чего-то стоить. Tā maksās tev daudz. Она будет стоить тебе многого. Tā maksās tev visu tavu dzīvi. Она будет стоить всей твоей жизни. Un es ticu tam. И я верю в то. Ka ja mēs gribam, lai Dieva prāts notiek šeit uz zemes. Если мы хотим, чтобы Божья воля свершилась здесь на земле. Kā debesīs. Как на небе. И как и на небе. Tad mums kā tiem, kas grib, lai mēs esam dzīvības nesēji. Тогда нам, которые хотят, чтобы мы несли эту жизнь на эту землю. Ir tiešām jāapzinās šīs dzīvības cena. Мы должны понимать цену твоей жизни. Jā. Un mums visiem patīk miers, mēs esam ļoti apmierināti, kad mums viss dzīvē ir labi. И нам каждому нравится, да, когда спокой, тишина в твоей жизни, когда всё у тебя идёт гладко. Bet vai jūs zināt? Но знаете ли вы? Ka miera laiki. Что во время мира, покоя. Tad, kad tev nav cīņas. Когда у тебя нету битвы, борьбы. Tad, kad tu esi atslābis. Тогда, когда ты расслаблен. Tev naudas pietiek. Тебе хватает финансов. Tu esi vesels. Ты здоровый. Tu esi diezgan apmierināts ar savu dzīvi. Tev lietas kārtojas, lietas ritē darbs. Ты вообще такой довольный своей жизнью, что у тебя все идет гладко. It kā tas ir labi, un mēs sakam, Dieva, tā ir Dieva svētība. С одной стороны, это хорошо. Un kāpēc gan ne, vai ne? Божье, да. Почему бы и нет? Jo nebo mums visu laiku jācieš kaut kas. Не должны же мы все время там напрягаться. Bet patiesībā es pēc savas dzīves redzu, ka šie laiki viņi tevi iemidzina. Но, оглядываясь на свою жизнь, я вижу, что эти времена, они тебя усыпляют. Jo tev liekas, ka viss ir labi. Тебе кажется, начинает казаться, что у тебя все хорошо. Un šie ir bīstami tādi periodi. Это такие опасные периоды. Kad tas var kļūt par visļaunāko laiku tavā dzīvē. Когда этот период может стать одним из самых твоих страшных периодов. Un šādi laiki. Ja mēs paskatāmies arī vēsturē. И такие времена, если мы посмотрим даже в истории. Ir pazudinājuši daudz vairāk cilvēkus nekā. Они погубили очень многих людей. Cīņas laiki un kara laiki. Не бы какие-нибудь там времена военные, там враждебные времена.
Mirs un labklājība arī var tevi iznīcināt. Mir i blagodāti, она может тоже тебя уничтожить. Blagodāti varbūt nē, bet labklājība, nu tā kā tev viss pietiek labi. Turpretī cīņa tevi var stiprināt. Но битва, борьба, да, она может тебя только укреплять. Un ļoti palīdzēt tev izaugt. И помочь тебе возрасти. Bieži vien cilvēks ar godu iztur pārbaudi. Нередко люди проходят через эти битвы, да, они проходят с честью и выдерживают это все. Un uzvar kaujas un karus. И они побеждают эти войны. Bet labklājības laikā viņi kļūst vāji. Но во время благодати, когда у тебя все хорошо, ты становишься таким слабым. Pazaudēt ticību. Ты просто теряешь веру. Un es tiešām zinu, ka tas tā ir. Ja 100% zināju, ka tas tā kā no iest. Un jūs jau varat man neteikt, bet es zinu, ka arī jums tas Vy tā ir. Vy можете, конечно, мне не говорить, но я знаю, что у каждого из вас так есть. Nu, lūk, un lai mēs būtu stabili gan tajos laikos, gan šajos laikos. Смотри, чтобы мы были стабильны как в одно время, так и в другое время. Mums jāpatur prātā, kāpēc mēs vispār šeit esam. Мы должны понять, да, зачем вообще мы здесь находимся. Mums jāpatur prātā tas augstākais mērķis, kāpēc mēs vispār esam šeit. Мы должны понять эту высшую цель, да, зачем вообще мы здесь находимся. Un tas būs kā tāds balss, kas tev palīdzēs izturēt visu. И это будет как твой этот столб, да, который поможет тебе выстоять. Jo, ja tev nav mērķa. Если у тебя нету цели. Nu, kāds ir mūsu mērķis? Какова наша цель? Mūsu mērķis ir Jēzus Kristus. Наша цель – Иисус Христос. Mūsu mērķis, viņš ir dzīvības maize. Viņš ir tas, kas mums vajadzīgs. Хлеб, который тебе нужен. Он – вода, которая тебе нужна. Mēs gribam būt dzīvības nesēji. Мы хотим быть носителями жизни. Un tavs mērķis ir šī te goda balva, šī mūžīgā dzīvība, uz ko tu esi aicināts. И твоя цель – это вечная жизнь, да, которую ты позван. Un tas, lai tu izdari to, kam tu esi radīts uz šīs zemes. Mūsu pagājušā tēma. И чтобы ты сделал, да, то, для чего ты рождён на эту землю. Tāpēc, ja tev ir šis mērķis, если у тебя есть эта цель, tu spēsi iet uz priekšu. Ты сможешь двигаться вперёд. Tu nespēsi apstāties. Ты не сможешь остановиться. Jo es ievēroju savā dzīvē, ka es gribu apstāties tad, savai жизни, что я хочу остановиться тогда, kad man zūd fokus, когда у меня теряется, сбивается фокус, kad man pazūd, kur es eju, ko es daru, kas notiek manā dzīvē. Kad man сбивается фокус, я не понимаю, что происходит, куда я иду вообще, куда я движусь. Jo rutīna, tā ir ārprātīga, nežēlīga slepkava. Потому что рутина, да, это один из жесточайших убийц. Un ja tu esi ierauts rutīnā. Если ты вошёл в рутину. Un tu vispār nespēj pacelt galvu. И ты вообще не можешь поднять даже головы. Vispār saprast, kas notiek ar manu dzīvi. И понять, что происходит с твоей жизнью. Tu esi tādā bīstamā stāvoklī. Ты находишься в опасном положении. Un tu vari viegli atzist. И тебе очень просто остыть, отойти от Бога. Tāpēc tā doma, ko paņemiet vismaz vienu domu no šī vārda, kad поэтому мысль такова. Nofokusē savu mērķi. Это одну мысль, да. Сфокусируйся на свою цель. Šī ir arī tā vīzija, par ko mēs kādreiz runājam. Это есть та визия, да, видение, которую визия, да, ja которую, про которую мы так много говорим. Dieva dotais mērķis. Если в тебе будет Божья цель, tu nevarēsi apstāties. Ты не сможешь остановиться. Lai cik tev nebūtu slikti. Не было бы тебе плохо, насколько бы тебе не было плохо. Kaut vai rāpojot, bet tu iesi uz priekšu. Хотя бы на четвереньках, но ты поползёшь вперёд. Jā. Un šajā laikā Dievs mums atkal un atkal māca. И в это время Бог нас учит снова и снова. Pacietību. Чему он учит нас? Смирению. Pacietību. Терпение. Терпение.
un izturību. И выдержки. Un vēl daudzas lietas, es vienkārši divas nosaucu. Ещё многим, конечно, вещам я просто две назвала так. Tas ir tas, kam jābūt mūsu dzīvē. Это то, что должно присутствовать в нашей жизни. Un Dievs grib, lai mēs ceļam visu savu ticību, visu savu kristietību, visu savu sekošanu Jēzum. Ne uz miesiskām spriešanām vai dvēseliskām emocionālām. И Бог хочет, чтобы мы посвящали свою жизнь Иисусу, чтобы мы шли за Ним, а не на какую-нибудь там эмоциональную жизнь, там, душевную. Viņš grib, lai mēs garā skatāmies. Он хочет, чтобы мы духовно смотрели на вещи. Un tas ir iespējams. И это все возможно. Tas nav tā, ka, о, es nezinu, kā garā skatīties. Это не так, да, думаешь, ну как же я духовно могу посмотреть-то? Ja Svētais Gars ir tevī, Если Дух Святой в тебе, отклас то, он тас ir. Он тебе покажет, как это. Jā, un āmen. Делается. Un, protams, šis ir vēl laiks, kad mēs atkal pakāpeniski mirstam savam es. И, конечно же, это время, когда мы потихоньку умираем для своего эго. Jā. Ir kādam tā? Есть у кого-нибудь такое? Два человека. Es. Jā. Mirāju, jā. Jā. Ir rakstīts Dieva vārdā vēstulē Kolosiešiem. Slovi napisana Kolosianam 3:9-10. Kolosianam 3:9-10. Ir rakstīts: Nemelojiet citam. Novelciet veco cilvēku un viņa darbus un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Не лгите друг другу, ибо вы сбросили с себя свою прежнюю суть и приняли новую. Этот новый человек постоянно обновляется, дабы достичь полного понимания Бога и принять образ Создателя. Piedodiet, bet vecais cilvēks dzīvību nenesīs. Простите, но старый, твой человек, ветхий человек, он не понесет жизни. Vecais cilvēks ir es. Es ir troni. Старый твой человек, это твое я. Man, es gribu. Кому человеку надо? Да, мне, я, да. Man vajag. Мне надо. Ko tev Dievs vajag? Labi. Что тебе Бог надо? Ладно, ты подождёшь? Jā. Bet galvenais es, man. Но главное мне. Bet Dieva vārds mūs aicina. Но слово Божье говорит. Novelciet veco cilvēku un viņa darbus. Да. Tas nozīmē mainīt savu uzvedību, mainīt savu Слово нам говорит: сбросьте с себя свою прежнюю суть, да. И он нас побуждает, чтобы мы принимали эту нового человека, природу. Облик нового человека, Jā. Природу. Nemelojiet citam. Не лгите друг другу. Tas nozīmē nekādas liekulības. Это означает, что не будет никакого... Paldies. Чтобы не было между вами никакого лицемерия. Tas nozīmē izlikšanās. Tas nav par mums. Притворство. А, это как притворство, да, это. Jā. Ну, не про нас это, конечно. Ну, притворство это не про нас. Это про старую. А, природу. Да, притворство это да не про нашу новую природу, а про старую природу. Esam kādi esam. Будем такими, какими мы есть. Esam patiesi. Будем правдивыми. Esam dabiski. Будем естественными. Ja ir slikti, ir slikti. Если плохо, значит плохо. Чё там Bet, скрывать? Es netaisos gaudot ilgāk par 3 dienām. Я не собираюсь там выйти, знаете, больше 3 дней. 4-tā dienā es ceļos augšā. 4-tā dienā просто встаю и un saku, pietiek sevi žēlot, pietiek puņķus un asaras laist pa grīdu. Es eju tālāk, es eju uz priekšu. Es ievēroju, ka citreiz ir, kad tāds periods. Я заметила, что есть такие периоды. Kad tev reāli slikti ir, tev ir когда тебе реально плохо, да, когда тебе такое демоническое давление на тебя создается. Tev ir vēl kaut kādas lietas, problēmas. Еще какие-то побочные вещи, проблемы там всплывают. Un Dievs dod žēlastību. Бог дает жалость. Ka 3 dienas tu esi tajā, bet 4-tajā tu jau esi ārā. Что ты 3 дня находишься как бы в этой буре, да, и 4-й день ты уже поднялся. И уже, tu vari arī ātrāk iziet ārā. Ты, конечно, можешь и быстрее выйти, но у каждого по-разному. Jā. Меня дажадас сезонас он лайки он та тала. Каждого разные сезоны, разные времена.
Bet tas, ko Dievs mums aicina apģērbiet jauno cilvēku. Но на то, на что Бог нас побуждает, это оденьте, возобновите или возьмите этого нового человека, природу нового человека. Kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Дабы достичь полного понимания Бога и принять образ Создателя. Jā. Un redziet, tas ir tik svarīgi, kad dzīvības nesējas, tas ir jauns radījums Jēzu Kristu. Насколько это важно, да? Потому что новое творение – это жизненно важная вещь, да, когда ты несешь. Tas ir jauns radījums Jēzu Kristu. Jā. Labi, ejam tālāk. Tu pats noteikti zini tās lietas, kuras tu jau savā dzīvē esi uzvarējis. Ты сам знаешь свои вещи, да, над которыми ты уже одержал победу, которые тебе мешали когда-то. Bet es tev pateikšu, lūk, ko. Но я тебе скажу одно. Tava jaunā radījuma domāšana, kas ir tevī. Мышление твоего нового образа, нового человека. Vecais to nespēja uzvarēt. Победила это всё старое, да, потому что старое не могло победить старое. Vecais ir zaudējis. Старое проиграло все битвы. Ja vecais nebūtu zaudējis, tad nevajadzētu nākt Jēzum Kristum un dot mums jauno. Если бы старая не играла, тогда бы Иисус вообще не надо было приходить бы на эту землю, да, и искупать. Bet visas lietas tavā dzīvē, kur tu esi izturējis, kur tu esi izaudzis. Но все вещи в твоей жизни, да, которые ты выдержал, где ты прошёл через какие-то проблемы, какие-то. Tas ir tas, ka tu Это то. Kā lai pasaka? Krieviski zinu, latviski nezinu. Saglasovuvalsja ar to, ka tu esi jauns radījums un dēļ tā tu izmainījies un sāki domāt savādāk. Nu, gandrīz, bet nav. Jā, jā, paldies, paldies. Labi. Un dzīvības nesēja uzdevums ir atspoguļot savu radītāju. И носителю жизни, Божьей жизни, мы должны через это показать своего Создателя. Un pazīt viņu. Узнать его. Jo kā tad tu atspoguļos to, kuru tu nepazīsti? Как ты сможешь отражать того, кого ты даже и не знаешь? Un tas ir mūsu uzdevums. И такова наша задача. Iepazīt viņu. Узнать его. Redzēt, ko viņš dara. Видишь, что он делает, что он творит. Un to pašu darīt savā dzīvē. И делать то же самое в своей жизни. Jo mums ir tāda daba, ka tā grib skriet gan tur, gan tur. Знаете, у нас такая природа, за что мы хотим бежать и туда, и сюда. Gan to izdarīt, gan to. И это сделать, и это сделать. Bet ir periodi, kad vispār Dievs saka stāvi. Есть такие периоды, когда Бог вообще говорит: "Стой, остановись". Bet mēs tak nemākam nostāvēt. Mēs taču nespējam. Мы ведь не можем остановиться. Un mums ir jāiemācās tiešām paklausīt beidzot Dieva balsī. И мы должны научиться услышать этот голос Божий. Un tas nav grūti, mīļie Dieva bērni. Это не так уж и сложно. Tas nav Народ tik Божий. Grūti, kā. Это не так сложно. Как нам кажется, возможно, да. Jo mēs dzīvojam jaunajā derībā. Мы живём в Новом Завете. Un Svētais Gars, kas dzīvo tevī. И Дух Святой, который живёт в тебе. Vadīs. Он будет тебя учить, он будет тебя вести. Viņš liks tevī savas domas. Он будет вкладывать в тебя свои мысли, savus uzdevumus, свои задачи. Un jā, tev, protams, nāks arī no cita kanāla, kas tā ir. Конечно, тебе будет подкладываться мысли другого Bet jo vairāk канала, tu būsi savienots ar Svēto Garu, но чем больше ты будешь соединён с Духом Святым, jo ātrāk tu atšifrēsi, тебе проще, тебе будет разоблачать всю эту ложь, которая Tā nav mana Jēzus balss. Ты будешь понимать, где говорит Иисус, где тебе Jo vispār jau Jēzus saka, mana savu pazīst, manu balsi. Satanā.
Manas avis pazīst manu balsi. Budu slišat manu golas. Un tas ir jauna amen. Это да и аминь. Un esi tas. Būt tiem. Ejam tālāk vienkārši, ja? Idem дальше. Esi tas, kurš nebaidās mainīties. Būt tiem, kuri nebūs bojāties izmaiņām. Esi tas. Būt tiem, kurš saprot, который понимает, ka vide ap tevi, что среда вокруг тебя, ir tiešā veidā atkarīga no tevis. Она зависит от тебя. Saproti to, ka tu esi ļoti svarīgs Dievam. Pajmi одно, что ты для Бога важен. Un viņš rēķinās ar mani un ar tevi. И он надеется на тебя и на меня. Tev ir jābūt šai sajūtai, ka tu esi viņa bērns, tu piederi viņam. Тебе должно быть такое понимание, что ты сын Божий и ты принадлежишь ему. Un tu esi viņa plānā. И ты находишься в его плане. Tu esi šeit ielikts. Ты, jo viņš tā ir gribējis. Ты находишься здесь, потому что Бог хотел, чтобы ты был здесь, на этой земле. Un viņš tevi ir ielicis šeit kustībai. И он тебя поставил сюда для движения, для своего движения. Un tas gars, kas ir tevī. И тот дух, который в тебе. Tas gars dzen tevi uz priekšu. Это дух, он просто гонит тебя вперед. Un kad tu viņu iepazīsti. И когда ты узнаешь. Kad tu ieraugi viņa domas. Знаешь его, познаешь его. Сад помазам и позит Дева рак, видишь и чувствуешь его мысли, да, ты начинаешь постепенно узнавать пути Божьи. Ты кустаешь успех, что не вари ставит. Ты просто движешься вперед, потому что ты не можешь стоять. Он и ракстит, вард не меклает, венка, и ракстит, как без отклас мы стаута и межони и гонтает боя. Написано, что без откровения народ просто погибает. Гибнет, я. Mēs nedrīkstam tie, kam nav atklāsmes. Mēs nedrīkstam tie būt. Мы не можем быть теми, у которых нет откровения. Jo uz šīs atklāsmes pamata. Потому что на фундаменте этого откровения. Par to, kas mēs esam. Кто мы есть? Mēs kustamies uz priekšu viņam. Мы движемся вперед в нём. Un vēl šajā laikā mums jāturpina lūgt Dievam spēju redzēt. Ещё в это время мы должны спрашивать у Бога способность видеть. Viņa ceļus. Способность видеть его пути. Un mums ļoti jābūt gatavam būt. И мы очень должны быть готовы к тому. Jaunam laikam. Что наступит это новое время. Мы должны быть готовы к этому времени. Jo потому что mums ir jāatvadās no tā, ka mēs daudzas lietas vēl uztveram dvēseliski un miesiski. Мы должны распрощаться с теми вещами, которые мы еще принимаем духовно. По-плотски. По-плотски. Jā, vai по-плотскому, es nezinu. Un mēs neredzam vienkārši lietas ar garu acīm. И мы не видим просто некоторые вещи духовными глазами. Jo, kā jau es teicu, es un man, viņam как я уже говорила, мне. Kur jau viņš ir, bet man. Какой там дух? Где-то этот дух, наверное, есть, но мне как-то пополам. Tas vispār nav par mums. Это вообще речь не о нас. Tas nedrīkst būt par tevi. Не должна быть эта речь о тебе. Tāpēc, lai ietu jaunajā, tev vajadzēs pielikt piepūli. Потому что, чтобы войти в новое, ты должен поднапрячься. Un neļauj sevi apslāpēt rutīnai. И не давай себя остановить какой-то рутине. Un lai mēs piepildītu Dieva prātu šeit. Чтобы мы наполнили этот мир lai tu un es to izdarītu. Божьим благословением, чтобы мы это сделали, ты и я. Tev jābūt elastīgam. Мы должны быть эластичными. Un es izlasīšu kādu rakstu vietu. Я прочту на Лукас 5, 36, 38. Лука 5, 36, 38. Un Jēzus teica, un viņš stāstīja tiem arī līdzību. Neviens nenoplēš ielāpu no jauna apģērba, lai to uzšūtu uz vecā apģērba. Citādi viņš tikai sagraizīs jauno. Un ielāps no jaunā nepiestāvēs vecajam.
Un neviens nelai jaunu vīnu vecos ādas traukos. Citādi jaunais vīns pārplēsīs traukus un pats izlīs un trauki ies bojā. Bet jaunais vīns lejams jaunos traukos. И рассказал он притчу. Никто не пришивает заплату к старой одежде, оторвав кусок ткани от новой. Иначе и новый порвет, и заплата от новой одежды не подойдет к старой. Никто не наливает молодого вина в старые мехи, ибо молодое вино порвет их, и не только само вытечет, но и мехи испортит. Молодое вино вливает в новые мехи. Redziet, kas mums šeit jāsaprot. Смотри, что мы здесь должны понять. В прошлые времена, kad vīnu lēja tādos, ne tagad kā tagad pudelēs. Когда вино заливали в эти мехи. Tādos maisos, ja. Заливали в такие как мешки. Un jaunos maisos, tad kad ielēja vīnu. Новые мешки, когда вливали меха, когда вливали вино. Un kad šis vīns rūga. И когда это вино бродило. Šis jaunais maiss, viņš bija elastīgs, viņš padevās. Этот новый мех, да, он был эластичный, он всегда поддавался. Un viss notika, uzrūga, un viss, и все там происходило, все там забродило, все делалось как Vecais надо. Turpretī mais. Но старые меха, мехи. Viņš bija vec, он был старый, un viņš padoties netaisījās. Уже было использовано, ну, и оно не собиралось больше поддаваться. Es taču esmu tik daudz sevi uzraudzējis, ну, ko es vēl no manis. Я же и так уже много там перебродил. Больше ничего не хочу делать. Un šie vecie maisi, viņi plīsa. Просто старое мышление, да, был. Viņi plīsa. И эти старые мехи, они просто от нового вина. Un viss saturs, kas bija iekšā. Просто они трескались, да. Были дылкш uz zemes. И всё, что было внутри в этом старом мехе, это новое, оно просто всё выливалось на землю. Jūs saprotat, ko Jēzus šeit saka? Понимаете, да, что здесь Иисус говорит? Tāpat ar jaunu ielāpu, ну kurš liks jaunu ielāpu uz vecām saplēstām biksēm. Kto būdīs stāvīt novu zaplātu nā starie rvanie štāni? Vecais, jā, viņš ir ērts. Starie, da, ano, kak būt tebie priemļima. Jā, un aizbiedē. Ano, всегда, kak būt tebie pugājēt. Bet tikai jaunā domāšana. No tolika novoja myšlēnie. Un ļaušanās, lai Dieva prāts notiek tavā dzīvē. Ir... чтобы Божья тебе полезеть Божья благодать проходила в твоей жизни, но только так тебе ты сможешь помочь себе войти в новое. Vecais to nespēja uzņemt. Старое не может принять это. Viņš gan māja ar galvu, bet viņš saka, ne, tas старый человек, может быть, он просто головой машет, но принять новое ему тяжело. Старая природа. Jā. Un draudze ir tā vieta. И церковь это то место. Vispār draudze sākumā, kas bija draudze sākumā. Вообще, в начале, что такое церковь в начале было? Tā bija vieta, no kurienes viss radās. Это было место, откуда все jaunās lietas. Откуда все происходило, все новые вещи. Jauni izgudrojumi. Новые изобретения. Tagad mēs to sen jau vairs neredzam draudzē. Теперь мы уже этого не видим давно в церквях. Tagad to visu dara pasaulē. Теперь это всё делает мир. Un sanāk tā, ka pasaule iet uz priekšu. И получается так, что мир идёт вперёд. Tā attīstās. Tiek radītas jaunas lietas, jaunas tehnoloģijas. Да, всё время что-то создаётся. Новые технологии. Bet draudze. Но церковь. Tā kā iebiedēti. Она стоит такая запуганная такая. Нет. Kāpēc arī jaunās draudzes nepieņem? Почему новые церкви Tāpēc, не принимают? Пилнеги веца домашена. Потому что старое мышление мешает это все сделать. Он тогда человек не спей. Vienkārši pastīties ar citu skatienu uz lietām. Поэтому люди не могут посмотреть свежим взглядом на все эти новые вещи. Kā notiek dzemdības? Как происходят роды? Курж зин. Кто знает? Да, виси зинат. Да, все знают. Ну, я. Тур ир блявени, кледзени. Там крики. Он весь пара из сатурс. И все, что подобает этому.
Redziet, bērns mātes vēderā var būt tikai 9 mēnešus. Смотрите, ребёнок в плоти матери может находиться только 9 месяцев. Не ilgāk. Не больше. Iedomājieties, 9 mēneši. Подумайте, да, 9 месяцев для šī vieta ir visdrošākā un vislabākā vieta. Это самое надёжное и самое надёжное место. Самое лучшее. Pēc 9 mēnešiem šī pati vieta. Через 9 месяцев это место. Bērnam kļūst par nāves vietu, ja viņš tur paliks. Да, по истечению 9 месяцев, если ребёнок остаётся в плоти матери, это уже становится для него как место, где он может умереть. Jā, vai ne? Pilnīgi tā ir, nu tas tā ir. Ježi tak, правда. Un pēc 9 mēnešiem šis bērns piedzimst. И проходя через 9 месяцев этот ребёнок рождается. Un viss ir jauns. И всё становится новым. Un kā viņš jūtās, kad viņš piedzimst? И как он чувствует, когда он рождается. Что он делает? Viņš nav baigi laimīgs. Он не сильно такой радостный, да, что, о, я родился, да. Он Un tā ir kā līdzība, ka mums arī jābūt gatavam. И это, так, знаете, такое сравнение, что мы также должны быть готовы. Mums jābūt gataviem pārmaiņām. К изменениям, переменам. Un nav jābaidās no tām. И не надо бояться этого. Un ik viens no jums, и каждый из вас, kas ir spēris ticības soļus, который делал шаги веры, Dieva vadīts, не тут pats kaut ko izdomājis, когда Бог его вел, да, ну не сам он придумал и сказал, вот я сейчас пойду, нет, только по воле Божией, да, он делал эти шаги, когда Jūs katrs varat pateikt, tā ir nenovērtējama pieredze, tas bija tā vērts. Каждый из вас может сказать, да, когда вы делали эти шаги, что это было такой хороший опыт в твоей жизни. Un rezultāts vienmēr ir labs. И результат всегда после этого отличный. Jāņa 16:21-22. Ivana 16:21-22 Evangelija. Ir rakstīts, kad sieva dzemdē, viņa ir noskumusi, jo viņa stunda ir klāt. Nevienu dzemdētāju priecīgu neesu redzējusi. Bet kad viņa ir dzemdējusi bērnu, viņa vairs nepiemin savas bēdas. Aiz prieka, ka cilvēks ir nācis pasaulē. Arī jums tagad ir skumjas. Bet es jūs atkal redzēšu, un tad jūsu sirdis priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņems. Когда женщина рожает, то мучается болью, ибо настало её время. Но когда родит дитя, то забывает о боли, ибо счастлива, что человек родился на свет. Так и вы опечалены сейчас. Но увижу вас снова, и ваши сердца будут полны радости, и никто не сможет отнять у вас эту радость. Не бойтесь но изъяснениями, ко Диос тебе. Не бойся. Не бойся от этих вызовов, которые Бог тебе Я то если та скорше я ту спрекшу. Если ты один из тех, который решил идти до конца, Тумса noteikti liks tev visādu sprunguļus, lai tevi apturētu. Тьма будет всегда вкладывать тебе палки в колёса. Brīžiem tu domāsi, ka tava dzīve ir bezjēdzīga. Временами ты будешь думать, что твоя жизнь вообще ничего не стоит. Brīžiem tu būsi bezcerībā. Ты будешь такие моменты, что ты не будешь видеть вообще выхода. Bet tu tas nebūs ilgi. Потеряешь надежду. Но это не будет долго. Это не будет продолжаться вечно. Tad, kad notiek dzemdības, es nezinu, ko mazs bērniņš jūt. Потому что, когда происходят эти роды. Mēs varētu atcerēties, mēs tagad viens otram izstāstīt. Man bija tā un tā. Bet tur taču tu spiedies по шауру эйню, лай изнаку природа, да, да, как этот человечек, новое творение, да, но через маленький узкий проход выходит этот мир. Un tu tieši tāpat ir kristietībā. И также в христианстве. Ja mēs ejam uz priekšu. Если мы идем вперед. Ja mēs gribam būt dzīvības nesēji. Если мы хотим быть носителями жизни. Mums jābūt gataviem, ka mums būs dienas, kad mums liekas neko nesaprotu vispār, kur ir Dievs. Мы должны понимать, kas notiek, что у нас будут такие дни, когда мы ничего не понимаем, мы кричим, где Бог, что происходит? Jēzu, laiva gāžas apkārt. Иисус, мы кричим, лодка сейчас потонет. Tu guli. А ты спишь? Kas tā pa lietu? Что такое вообще? Visi arī citi apkārt tev bļauj tavā ģimenē. И другие вот вокруг тебя, твоя семья, да, Kāds кричит. Как пазист тада ситуация, я. Он ты не сопрот, кас нотек, кас нотек. Ты не понимаешь, что происходит в данный то момент. То есть кустиба. То я ус приекшу. А происходит то, что ты в движении, ты идешь вперед. Я то пилнее говори, ислект,
visu savu dzīvi var arī nolīst tā vietā un gulēt. Un nomirt vienkārši. Потому что в этот момент ты можешь спокойно залезть в какой-нибудь тихий уголок, лечь и просто умереть для себя. Man šonedēļ kāda rakstuvieta nelika vienkārši. На этой неделе мне одно место писания не даёт покоя. Un es lasīšu šo rakstuvietu savai draudzei. Я буду сейчас читать это место писания для своей церкви. Un centīšos izskaidrot kaut dažos vārdos. И постараюсь вам пояснить, что я вижу там. Lūkas evaņģēlijas 18:35-43. 18. Glavas 35. Pa 30. Pa 43. Stīv. Bet kad viņš tuvojās Jērikai, Jēzus, ja, kāds aklas tur sēdēja ceļmalā un ubagoja. Dzirdēdams ļaužu barus garām ejam, viņš sāka taujāt, kas tur esot. Tad viņam pateica, ka Jēzus nācarieti sejot garām. Un tad viņš sauca, Jēzu Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tie, kas priekšā gāja, viņu apsauca, lai tas ciešot klusu, bet viņš vēl stiprāk kliedza, tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tad Jēzus apstājās un lika to atvest pie sevis. Kad tas bija pienācis klāt, viņš tam jautāja, ko tu gribi, lai es tev daru? Tas atbildēja, kungs, kā es varētu redzēt. Tad Jēzus viņam sacīja, esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi. Un tūliņ viņš kļuva redzīgs, un gāja viņam līdzi, Dievu slavēdams, un visa tauta to redzēdama deva Dievam godu. Es domāju, ka tu nelasīsi. Vienkārši pasaki. Evangelija Lukas 18. Glava 36-43 stīk. Ziniet, man tāda līdzība tā kā salīdzinājums. Здесь я вижу такое сравнение, да? Сравнение. Ко мумс, ко ман он тев. Что у нас, у тебя и у меня? Что ты неизмесиги якледз. Мы должны просто кричать. Он я поцель сава балс. Мы должны поднять свой голос. Сако Диос из грибу редзет теви. Сказать, Бог, я хочу видеть тебя. Он tad, kad mums būs šī izmisīgā vēlme. И тогда, когда мы будем, у нас будет это... Настойчивость, это... Будет, когда мы будем настойчивыми. Jā. Mēs ieraudzīsim, мы ka увидим, virs mums atvērsies jaunas debesis. Над нами откроются небеса. Un tas tev prasīs pielikt visu tavu piepūli. И это, конечно, спросит тебя многое. Тебе придется поднапрячься. Un... Tu ieraudzīsi rezultātu. No, ti uvidīši rezultātu. Es izstāstīšu kādu stāstu. Ja raskažu, šeit vam tokoju nebaļšu raskaži. Es viņu nesen dzirdēju, un viņš vienkārši nošokēja. Nedaudz slišala, un jau prosto šakirovala. Iet kāds jauns cilvēks gar vienu pensionāru māju. Idiot maladoj čelavēk mimā doma pensionēra. Viņi sēž uz soliņa. Вирса сия, он виням по виду сеж солнце. И сидят эти два пенсионера, они сидят на лавочке, и там посередине, и посреди их лежит собака. Он то солнце, я говорю, нежелиги кауц. И эта собака, она просто лежит и скулит. Что, ну как это сир? Молодой человек думает, что такое? На кожа дена, он что-то ну откал то спать. И опять на следующий день опять проходит мимо дома эти пенсионеры, и опять они сидят там, и эта собака скулит. Под то сон и мока. И этот молодой человек подумал, если я пойду завтра, так же пойду мимо этого дома и увижу, что эта собака опять же лежит и скулит, я пойду и скажу им, что вы, мацис, как они истурались пред почему, шо напага дзивния. Почему вы над собакой-то издеваетесь? Он, я, и он идет опять на следующий день мимо той лавочки, где сидят эта, где сидит эта пара. Визы. Эта пара сидит, читает книжку, газеты. Калкуада. Что-то там он бабушка вяжет, дедушка солнцем, читает газеты. И опять калц. Та же самая собака, которая лежит просто он и скулит. Он пьет, он сказал, ко юз дарат ар то суни? Молодой человек подходит к этим Vai людям и юз говорит, не дзирдат, почему, вы, почему вы мучаете эту собаку? Вы что, не слышите, что она скулит все время? А они обе пацали голову, они посмайдали. Они, пенсионеры, просто подняли голову к этому молодому человеку, они просто улыбнулись.
Un viņš saka, jā, mēs zinām. Viņi говорят, да, мы знаем, что собака скулит. Viņš guļ uz naglas. Потому что она лежит на гвозде. Kā uz naglas? Un tad cilvēki говорят, а как на гвозде? Viņš zina, ka tur ir nagla. Viņš собака, tur guļ. Собака знает, что там гвоздь, но viņam она там sāp. Лежит, и ей больно. Bet viņam nesāp vēl tik stipri, lai viņš aizietu apgultos citur. Но пенсионеры говорят, что ей еще не так сильно больно, что она бы пошла просто и легла бы в другом месте. Vai mēs arī tā kādreiz nedarām, ko? Разве мы так когда-нибудь не делаем? Лежим на гвозде. Mēs esam gatavi darīt kaut kādas lietas savā dzīvē, un mēs neredzam rezultātu. Мы готовы делать какие-то вещи, мы готовы годами делать какие-то вещи в своей жизни, но результата от них мы не видим. Bet mums jāatzīst sevi par akliem. Но мы должны себя признать слепыми. Kā šis ubags Bartimejs. Как этот нищий Бартимей. Un tā, ka mēs jūtam, ka Dievs ir, viņš iet garām. И тогда, когда он чувствует, что Бог есть, он проходит мимо тебя, мы должны просить у Бога силы. Un jāpieceļas no šīs naglas. И должны подняться, встать и от этого гвоздя уйти, не сидеть на нем больше. Un tā ir pazemība, uz ko Dievs atbildēs. И это будет твое смирение. Смирение, на которое Бог ответит. Un Dieva gars, kurš ir tevī. Божий дух, который в тебе, на тебе. Un tu pats zini. Es nezinu. Ты сам знаешь, я не знаю. Kuras ir tās sfēras tavā dzīvē? Которые сферы в твоей жизни? Kuras vēl tā kā nav pie pārpildītas ar dzīvību? Которые ещё как бы не наполнены жизнью. Vai ne? Un Svētais Gars pats tev atklās. Дух Святой, он всегда тебе покажет и укажет на эти сферы. Un Svētais Gars vienmēr tev klauvēs. И Дух Святой всегда будет стучать. Un teiks, aiziet uz priekšu. И говорит, давай. Вперед. Neapstājies, nepadodies. Не останавливайся. Pacel galvu. Izdavайся, подними голову. Tu tam iziesi cauri. Ты пройдёшь через это. Un mēs tādi mēs esam cilvēki. Такие мы люди есть. Vāji, nespēcīgi. Слабые, бессильные. Bet mums ir varens Dievs. Но у нас великий Бог. Kurš ir mūsu dzīvība. Несущий жизнь. Un nolasīsim pēdējo rakstu vietu. Prečitājam paslēdējā miesta pisāņā. Vēstule ebrejiem, 10. Paslēdējā ebrejiem, 10. Glavā. 35, 39. 35. Pa 39. Stih. Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, jo tā ir liela alga. Jo mums vajag pacietības, lai Dieva prātu darījuši mēs iemantotu apsolījumu. Jo vēl mazs brīdis, un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Bet mans taisnais no ticības dzīvos. Bet uz to, kas atkāpjas manai dvēselē, nav labs prāts. Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību. Āmen. Neatrikājieties же от этой уверенности, ибо она принесет вам великую награду. Продолжайте быть терпеливыми, чтобы, когда вы исполните волю Божью, получить то, что обещано им. Осталось уже совсем немного, и грядущий придет без промедления. Праведный передо мной будет жить, благодаря своей вере. Если же он отвернется в страхе, то не будет ему моего благоволения. Мы же не из-за колеблющихся на погибель, но из тех, кто сохраняет веру ко спасению. Tāpēc, mīļais, esi dzīvības nesējs. Поэтому, любимый, будь носителем жизни. Un esi tas, kurš cer. И будь тем, то надеется. Un Dieva vārds cerību nosauc pat Božie slova a nadeždi. Divos vārdos cerības drosme. Viņš govori tak, što viņš sasaista kopā šīs lietas. Надежда и смелость эти две вещи как бы в одно. Jo bailīgais nevar cerēt. Потом трус он не может. У него нету надежды. Bet drosmīgais cer. А смелый он надеется. Jā. Un tu zini, ka tu vienreiz piecelsies no tās naglas, un es piecelšos. И ты знаешь, что ты когда-то встанешь из
Un es iešu tajā nezināmajā, kas man ir priekšā. И пойдёшь в то незнакомое для тебя, что Un es nezinu vispār, kas tur būs. Я даже не знаю, что там меня ждёт. Ko Dievs darīs, ko viņš nedarīs. Будет делать, что не будет делать. Nu, parasti jau ir tā. Dievs nedara tā, kā es esmu izdomājusi. Обычно бывает так, да? Бог не делает так, как я задумала. Это правда? Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka Dievs. Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Atkal vēl viena mīkla. И опять такая одна из загадок, да? Bet uzticies viņam. Ну, ты просто надейся на него. Ja tu uzticēsies viņam, tu nekad nebūs zaudētājs. Если ты будешь надеяться на него, то ты никогда не будешь проигравшим. Tāpēc neatmetiet savu cerības drosmi. Поэтому не отбрасывайте надежды. Neatmet pacietību. Не отбрасывай терпение. Tā tu iemanto savu apsolījumu. Так ты только придёшь к Un katram no jums ir savi apsolījumi. И у каждого из вас есть своё. No Dieva dotie. Свои обещания от Божьи обещания у каждого из вас. Un es ticu, ka jūsu dzīvē šīs dzemdības notiks. И я верю, что в вашей жизни эти роды произойдут. Un ka jaunas lietas piedzims jūsu dzīvē. И что новые вещи родятся в вашей жизни. Un tas būs jūsu spēks. И это будет ваша сила. Tas būs tas, kas jūs stiprina. И это будет то, что будет вас укреплять. Un jūs ieraudzīsiet, cik Dievs ir uzticams. И увидите, насколько Бог благоволенит к вам. Jā, un galvenais turaties pie viņa. Главное, держитесь за него. Turaties pie viņa. Держитесь за него. Tas man arī viss. Это все. Un nobeigumā es gribētu, lai mēs pasakam, чтобы мы сказали, pirmkārt sev, es esmu dzīvības nesējs. Провозгласи, что я носитель жизни. Un pasaki tam, kas sēž tev blakus un aizmugurē, tu esi dzīvības nesējs. Ты носитель жизни. Jā. Da, es da, uzskatu, da. Ka tie ir spēcīgi vārdi. Я верю, что это провозглашение сильно. Un es ticu, ka mēs visi вашу жизнь. Tie esam aicināti būt. Я верю, что мы все, каждый из вас, мы просто должны быть там. Mēs esam dzīvības bērni. Мы дети жизни. Un tajās vietās, kur jūs Dievs ir nolicis ikdienā. И в тех местах, где Бог вас поставил быть каждый день, ваши работы, ваши Tu esi dzīvības nesējs. Там ты будешь носителем жизни. Un citreiz tu pat nevar atvērt savu muti. И tev pat nevajag to darīt. Dievs. Другой раз тебе даже не придётся открывать свой рот. Dievs ir tevī, viņš ir ap tevi, un šie cilvēki jūt. Он сильнее того, кто в мире там, да. Tu esi kaut kāds savādāks. И эти люди, они просто начинают тая паша травма, kur pārējie. Потому что ты не плывёшь по течению, а ты плывёшь против течения, и люди это очень сильно ощущают. Es ļoti ceru un ticu, ka vismaz kāda doma jums noderēja no tā, ko es runāju. Vīra, da, što kakaita mysli zacepila za vas. Palīdzēs iet uz priekšu un neapstāties. И не остановиться. Un nepadoties. Lai kā arī nebūtu. Как бы ни было. Ejam uz priekšu. Идем вперед. Meklējam viņa vaigu bez mitēšanās. Ищем его лица. Svētījam. Благословляем. Es tiešām jūs ļoti lūdzu, lai jūs lūdzat par Latviju. Я вас поощряю, молитесь о нашей земле, о Латвии. Lai jūs lūdzat par Madonu, par to, kur jūs vietiņu, kur jūs dzīvojat. О каждом своем городе, где вы живете. Lai jūs tiešām saucat Dievs tavs prāts, lai notiek. Чтобы вы вызывали к Богу и просили, чтобы его воля свершалась. Tava taisnība nāk uz šīs zemes. Чтобы твоя справедливость. Šis ir laiks, kad Dieva bērniem ir jālūdz ar. Это время, когда дети Божьи должны молиться. Ar to spēku, kas viņiem ir dots. Этой силой, которая им дана. Jo ienaidnieks neguļ, viņš plosās kā traks. Потому что враг он не дремлет, он Viņš grib iznīcināt, viņš grib nokaut, nomaitāt. Он хочет убить и погубить. Un ja mēs to saprotam, mēs tie, kas esam nomodā. То те, которые сейчас в пробуждении, мы не должны бояться. Nebaidamies atvērt savu muti. Не должны бояться открыть свой рот. Jo tava mute nav par mazu. Запомни, твой рот, он не маленький. Tavai balss ir svars. Tvojom golosi есть вес, Божий вес.
Un Dievs grib darīt caur tavu lūkšanu. Varbūt tava lūkšana ir pēdējā, kas viņam vajadzīga, lai nāktu kaut kāds atrisinājums, un mēs visi Возможно, būsim mutes paplētuši. Mutes paplētuši. Одна из последних молитв, да, которая должна провозгласить что-то, да, и потом мы будем все стоять с открытыми ртами и смотреть, вау. Jo jūs zināt, ka tagad sola to otro vilni, ja? Vai знаете, да, что сейчас обещают эту вторую волну? Un, коронавируса. Un viss šķiet, ka, nu, тулит я усаксяся, тулит сакся, всё кажется, что вот сейчас, сейчас balsis, это всё начнётся, но если мы поднимем свои голоса, Dievs iejauksies un nekas nesāksies. Просто вмешается в это, ничего не начнётся. Потому что Бог дал. Viņš ir devis varu tev un man. Дал тебе эту власть, дал тебе и мне эту власть побеждать все эти планы сатаны, и мы должны это всё использовать. Tāpēc, mīļie, nebūsim bailīgi, nebūsim noslēpušies kaut kur. Бояться, не будем прятаться. Un es ticu, ka nāk laiks, kad mēs nebūsim ja tikai gaisma šeit время, draudzē, bet mēs būsim arī gaisma ārpus draudzes. Что мы не будем только светом в этих стенах, что мы будем светом также для мира. Mīļie slavētāji, lūdzu, nāciet. Amen. Amen, jā, esiet svētīti.